Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. Покупайте лучшее, про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про ножницы для живой изгороди фирмы Бергер. Артикул 4590. Эти ножницы победитель теста Zelbst и Zdermann. Что это означает? Берутся 20 ножниц разных фирм, например, Fiskars, Gardena там и так далее. И проводится тестирование, жесткое тестирование. То есть там специально сидят люди, которые тестируют, это специалисты. Они эти ножницы ломают, режут, то есть жестко эксплуатируют, стригут кусты там и так далее. Среди этих фирм победила фирма Бергер. О чем свидетельствует вот эта вот наклеечка? В Германии это свидетельствует о том, что это знак качества. И многие фирмы стремятся попасть на этот тест независимый и получить вот такую вот наклеечку Zelbst и Zdermann. То есть тут говорится о том, что был тест, и именно эта фирма выиграла этот тест. Ножницы волнообразные. Для изготовления лезвий, режущих лезвий, использовались специальные высокие технологии. И ножницы выполнены из немецкой высокоуглеродистой стали и покрыты хромом, что предотвращает коррозию. Волнообразная поверхность этих лезвий помогает при резке, то есть побеги не соскальзывают, да, с поверхности режущей кромки. Они как бы вот захватываются, да, с помощью этого лезвия. Плюс лезвия самозатачивающиеся. То есть они трутся друг от друга и постоянно точатся. То есть их точить не нужно. Здесь выполнен мощный сокоотвод. Когда мы стрижем кусты, в основном они живые, по ним идет сок, и очень много сока ваши лезвия могут залипнуть друг на друге. Для этого делается такой мощный сокоотвод. Он сделан с одной и с другой стороны. Ручки здесь деревянные, выполненные из бука. Здесь есть специальный демпфер, который ароматизирует. То есть нет удара режущих лезвий друг от друга, ручки не бьются, то есть они ароматизируются. Специальный наклон режущей головки относительно ручек. Сделано они очень просто. Специальная гайка пластиковая, которая, она пластиковая, но внутри она металлическая. Пластик только сверху. То есть здесь она специально фиксируется. Специальными насечками она фиксируется. И всегда можно подтянуть. Да, если вы чувствуете, что немножко ножницы начали болтаться, их всегда можно подтянуть гайкой. Что очень удобно. То есть практически их в обслуживании они очень простые. Предоставляется 10 лет гарантии на режущие лезвия. Так что покупайте ножницы Бергер. Самая лучшая ножница в Германии. Артикул 4590 в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.